В Миконьском железнодорожном техникуме открыли новые мастерские по обслуживанию транспорта и логистики. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта образования. На создание мастерских было выделено более 18 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 10 миллионов дала республика. Почти 500 000 из внебюджетных источников самого техникума. В итоге здесь сделали ремонт и закупили необходимое оборудование. Как отметила зампредседателя правительства Коми Лариса Карачева, оснащенные мастерские помогут студентам получить знания, которые востребованы у работодателей. А в связи с планируемым строительством железнодорожного северного широтного хода потребность в квалифицированных кадрах резко возрастет.